Привет, это SB1813 или просто сайт. Продолжаем реакции. Опять же, напоминаю пару реактов. Буду вам напоминать, что у меня вышел наконец-то долгожданный мною релиз. Так что ссылочки в описании, обязательно заходите, послушайте. Вот, опять же, это всего лишь на пару реактов. Старая заставка никуда не девается. Но, кстати, скоро, возможно, будет новая, но об этом попозже. Короче, Ада, естественно, надо было сделать реакт на Аду, потому что у нее вышел альбом, я его послушал, и, собственно, по большей части хотел, наверное, рассказать про альбом. А сейчас, но, опять же, я не смотрел этот видик, вот на этот трек я не буду его произносить, давайте честно, я его не смогу произнести нормально, закринжуем, поэтому вот вы видите название. Вот, на этом будем сегодня реагировать и смотреть, потому что именно клип вот этот я не видел, но, естественно, альбом послушал. Короче, как обычно, давайте сейчас посмотрим, давайте прореагируем, давайте забалдеем, вот, наверное, потому что, опять же, не все треки с альбома мне понравились, но я надеюсь, это будет тот, который мне понравился. Что мы с этого все забалдеем. А после, естественно, такая мини-рецензия на альбом Ады, потому что, опять же, большой обзор, как на Брингов на 40 минут, наверное, Ады я не буду делать. Она не так мне сильно нравится, чтобы делать на нее такой обзор. Вот. Но такой мини-разборчик, естественно, я вам сделаю. Так что все, поехали реагировать. Го. Ну, погнали. Так, наверное, здесь будет стильненький видосик. И попытаюсь вспомнить этот трек. Потому что, честно, я послушал один раз всего пока только альбом, и не все треки помню до конца, но есть там прям крутые. Или я не все треки слушал, или я вот это специально оставил для реакции. Я вот теперь не помню, ребят. Может быть, я его вообще не слушал, когда это прям первая реакция получается. Ну, голос у меня, конечно, супер хорош. Вот у меня будет много вопросов по поводу инструменталок некоторых, но голос ее ноль вопросов. Это одна из лучших японских вокалисток, которые я слушал в последнее время. Так, ну пока приятненько, кстати. Ну, слушайте, я, походу, первый раз слушаю этот трек реально. Походу, на альбоме я его не слушал. Приятненько пока. Такой аниме-тречок, который, в принципе, я от нее ожидал. Странно, что, в принципе, альбом, ну, есть такой. Нет, тут прям хорошо. Ну да, да. Во-первых, я, да, это не слушал. Значит, я все-таки оставил, потому что я вообще не могу вспомнить, чтобы я такое слышал. У нее там похожие треки есть, но это точно первый раз я сейчас слушаю. Мне, кстати, он нравится. Мне он прям очень нравится. Прям вот такой вот, опять же говорю, аниме-рачок, как я его называю, да? Тоже в последнее время люблю. То есть у меня две таких этих, два Симона, которые слушают японскую мазафаку жесткую, и которые такой типа, блин, японский аниме-рачок летний, вот это прям. Это, кстати, трек что-то про июнь, да, называется, по-моему. Я сейчас просто слушаю гитару, как же там круто на гитаре вот эти вот переборчики. Как отвратительно я переборчики на гитаре играю. Но это ладно. Короче, мне нравится. Я еще причем думал, брать это на реакт или нет, хорошо, что решил взять. Потому что реально кайф. Это прям реально летний трещок. Очень. Я хочу сделать даже плейлист летних треканов. Там в основном японщина будет. Видос тоже клевый прям. Ну, у Ады, в принципе, все видосы клевые. Нравится
резко с надрывом начинает петь. Кстати, странно, на этом альбоме она, по-моему, вообще не кричит ни разу. Ну или я опять же что-то пропустил. Все-таки ее вот эти вот крики с надрывом, это прям очень круто было. Странно, что... Ну вот это прям очень хорошо. Эйт. Вот этот эйт клёвый. Так, ну что, вот мы смотрели клип, послушали трек, который, опять же, не буду я говорить, видите на экране, от Ада. Мне все максимально понравилось, очень приятный летний тречок с таким же видеорядом. В принципе, то, что я и хотел услышать от нее на альбоме, на самом деле. Вот, и, в принципе, я даже не знаю, что еще можно про это сказать. Мне вот тут все понравилось. Все понравилось, инструменталка великолепная, гитарки прям очень приятные. Опять же, голосу, то есть вообще к вокалу у нее нет вопросов к ней. Так что давайте сразу немножечко про альбом, который вот вышел недавно. Честно скажу, альбом, я от него, конечно, ожидал чуть больше, потому что предыдущий альбом, я не помню, единственное, как он называется, синяя обложка вроде бы, да, вот, он мне понравился намного больше. Я прям, опять же, когда вы мне открыли ее, да, я послушал ее альбом, и я такой, ого, она реально крутая, типа, ну, она круто поет, у нее крутые инструменталки, вообще, типа, по кайфу. И тут я ждал, в принципе, того же самого. Тем более мы посмотрели про нее ролик, что она там оказывается на очень большом лейбле, да, и вот это вот все, что, опять же, ее вся вот эта популярность, это не просто так. Вот, тем не менее, как бы, опять же, поет она круто, как бы делает круто, видосы у нее крутые, и лайвы крутые, короче, все, все зашибись. И казалось бы, вот он, альбом года уже прям, ну, перед нами. И выходит альбом, я его начинаю слушать, и, честно говоря, первые сколько там треков, вот до трека, знаете, оказывается, она делала... Ну, не она прямо, ее трек был в этом, в «Семье шпионов», последний, по-моему... опенинг. Мне он очень нравился, потому что я не знал, что это она. Мне очень нравился опенинг изначально. Я когда услышал, что, ну, когда на альбоме дошло до этого трека, я такой, о, я знаю этот трек, а откуда? Это же «Семья шпионов», вау, типа, это мой любимый, типа, опенинг «Семьи шпионов», типа, офигеть. И я такой, типа, ладно, за это плюсик. Но вот то, что было до «Семьи шпионов», я, честно говоря, не понял. Я такой, там какая-то, ну, типа, там реально какая-то, во-первых, кто там... Привольных и на минималках. Ну, там очень... Ой, вот все, что у нее именно с электроникой, вот все треки с электроникой мне вообще не понравились. Они какие-то, ну, прям не в туда. Непонятно, зачем они так делали. Вот Лерл лучше бы такой попрочок, типа, делали. Было бы куда лучше. У нее там есть реально хорошие именно. Вот так, опять же, плюс-минус такие треки. Вот этот трек офигительный тоже в плюсе пойдет. Но есть какие-то прям, ну, прям проходные. Я такой, воу, типа, я такого не ожидал. Так что, короче, ну, если вместе с этим треком, то, наверное, где-то 65%, ну ладно, 70% мне этого альбома понравилось с этим треком, остальное вообще нет, так что, естественно, ну не знаю, насчет в топы попадет ли он, опять же, буду еще переслушивать, но немножечко большего я ожидал. Опять же, ноль вопросов, наверное, именно к ней как вокалистке, да, и вот это все. Это, она все хорошо спела, там, опять же, запоминающиеся припевы есть прикольные, но... инструменталки, что-то не, что-то, короче, мне не особо понравились. Предыдущий альбом был намного лучше. И опять же, все электронные треки, это прям, ну, вот как будто бы не ее. Вот именно гитарные прикольные. Но опять же, это я вот так вот послушал, вот так вот я услышал. У вас может быть другое мнение, можете написать в комментарии. Так что, в принципе, окей. Но в целом, как бы, окей, ну, типа, альбом нормик, но просто ожидал чуть большего. Но вот этот трек офигительный. Этот трек офигительный, клип тоже офигительный. Так что спасибо всем, кто посмотрит реакцию вот именно на это. Ссылочки в описании, нравится, сами все знаете. Можете, опять же, послушать еще мой релиз. Вот, и тоже написать, что я ожидали большего от меня, хотя вообще кто-нибудь ждал мой релиз, но тем более, ладно. Короче, все, наверное. Будем еще переслушивать. Может быть, раскроется со временем. Такое бывает. Может быть, раскроется со временем. Но по первому, опять же, прослушиванию, вот какое-то такое у меня мнение по поводу нового альбома Ада, к сожалению. Ну да ладно. Все, я пойду. Пока.